К новостям культуры. В Центре молодежных инициатив открылась персональная выставка староскольской художницы Екатерины Ахтаровой. 26-летняя девушка впервые в родном городе поделилась своим мироощущением. Так называется экспозиция. На выставке молодой староскольской художницы Екатерины Ахтаровой представлены три серии работ: японские гравюры, кот Ван Гог и мироощущение. Запечатленные моменты жизни составляют лишь часть работ. Остальное – выражение чувств и мыслей в сюрреалистической манере. Как указала сама автор, цель выставки – пробудить у староскольцев тонкие ощущения мира. Почему оно так? Почему эти линии так? Почему здесь цветы? Почему оно вот… Это вот какой-то вот внутренний порыв. На уровне ощущений, наверное. С работами гостей знакомила сама художница. В экспозиции представлено более 60 картин. И, кажется, впервые на втором этаже Центра молодежных инициатив не было ни одного свободного уголка. Я переживала, как это все оформить, как организовать это пространство, как заполнить его, как сделать так, чтобы картины были все и поместились и по смысловой значимости, и по цветовой гамме. По мотивам картины Василия Кандинского «Москва», только здесь Староскол. Это две кулисы. Правая кулиса состоит из трех частей. Это новый город, Левая кулиса также состоит из трех частей. Это старый город. Мы видим театр, мы видим Ленина. Ну, там немножко виднеется труба от ОМК. Рисовать Екатерина любила с детства. При обучении в художественной школе педагоги отмечали отличную цветовую гамму и проблемы с техникой. Девушка пробовала себя в различных направлениях, но в 2014 году вдохновилась работами Винсента Ван Гога по мотивам японских гравюр и вновь вернулась к краскам и кистям. Трижды экспонировалась в Орле, когда училась там в институте. В родном Старом Осколе эта выставка первая. Невероятный человек. Я отметила некоторые картины, которые в цветовой гамме мне прям вот... Они близкие, прям да? умиротворяющие такие, там буквально 4-3 цвета, которые перемешиваются. Переходы, да, такие интересные в картинах. Техника, вот картина, почему я к ней подошла, вот эти мазки такие небрежные, я очень люблю. Выставка мне в целом очень понравилась, оформление, удачно выбрано освещение картин, вот. И из этой серии хочется отметить то, что наиболее мне всего понравилось, это японская серия, мироощущения. Я рад, что у нас в Осколе вот такие есть художники, которые задаются вопросом мироздания, мироощущения. Вот есть работа внутри, там женщина в таком сюрреалистичном стиле с ребенком в чреве. То есть вот как она сказала, это работа состояния. Вот я это состояние уловил. Вот эта работа очень здорово. Для меня прям выше была, аж классно. Выставка будет работать до 13 октября. Мария Шелепова, Сергей Кириченко, Илья Самсонов, 9 канал.